Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы играем в Angry Birds Star Wars. Давненько же опять не играли, и сегодня мы будем... Сегодняшний выпуск будет довольно короткий. Мы будем проходить эпизод Boba Fett Missions. Это бонусный эпизод, который открывается после того, как мы собираем 5 джетпаков. В прошлых выпусках мы уже их собрали. И сегодня мы будем... Тут сегодня 10 уровней, и мы их сегодня будем проходить. Начинаем. Короче, локация та же, что и в предыдущем эпизоде. Точнее, там было 4 локации, а это вторая из них. Все уровни будут именно на ней. Потому что Боба Фетт как раз таки появлялся только на этой локации. В предыдущем эпизоде он тоже там был, только на этой локации. Мне кажется, надо звук сделать погромче немного. Так, вот так пойдет, отлично. Так, что-то не уверен я, что хватит птиц. Да не, нифига не хватит птиц. Ну-ка. Эх, блин, она не... Немножко не так я хотел сделать это. Нет, я хотел, чтобы... О, давайте вот так. На него направим и туда. О, неплохо, 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 неплохо сейчас было. Динамит бы еще взорвать, конечно. Хотелось бы. Один остался, к сожалению. Давайте еще раз попробуем так же сделать. Не сильно лучше получилось, если честно. До этих я уже не дотянусь. Короче, этим... Короче, до этих я только с этим дотянусь. Ну-ка. О-о-о-о-о, ничего себе, полетел. Эх, не-не-не. Опять не хватает. О, вот это было хорошо. Сейчас точно выиграем. Так, и все. Давай, давай, давай. Заканчивайся уровень. Я же всех убил уже, наконец-то. Давай. Так, и... Так, следующий. О, на динамите. Надо, наверное, по... О, тускенский разбойник там есть. Вот здесь. Это неожиданно. С первого эпизода. В других эпизодах он же не появлялся. А здесь почему-то появился. Непонятно. От чего. Он же этот появляется только в первом эпизоде. По-моему. Да. И в других нет. А здесь вот в качестве бонуса запихали его. Так, а я смогу подбить его оттуда? А, ну да. Я хотел веревку, чтобы динамит упал, но так тоже было неплохо. Ну-ка, и сейчас этого добьет.
Ну давай, я все, убил же всех уже, все, давай. Так, теперь стреляют. Ну-ка. Оба. Когда мы это используем, меч этот лазерный. Против этих пуль красных. Они будут лететь именно туда, куда, где находится какая-либо свинья. Да, одного не хватит, к сожалению, тут. Даже на двоих не хватило. На нафиг. Блин, случайно нажал. Ну-ка, а если сразу обоих попробовать вот так? О, получилось. Как ни странно. Ну-ка. Хорош, хорош, получилось. Эх, динамит бы взорвать. Коснулся, но не активировал. Ну-ка, если... Может, вот эту лучше притянуть? Эх, жаль мимо этой. Блин, не может дотянуть до нее. Ладно, попробуем сделать так же, но надеюсь, в этот раз будет получше. А может эти лучше попробовать притянуть? Да, неплохая, кстати, была идея. Действительно, неплохая идея, да. Давай, давай, я все уже, я всех убил, заканчивай. Давайте, быстрее, заканчивай. Какой это, кстати, уровень? 6-й? Большую часть уже прошли. Так, смотрим, что у нас дальше. Блин, я хотел, чтобы этот... Блин. А. Ну, хоть так. Я уж думал, я обоих уже не завалю.
Так, в эту сторону. Опа, хорош. Да, вилка, похоже, большой урон нанесла этой фигне. И последний... А, нет, это... А, нет, еще уровень там будет, оказывается. Я чудо обсчитался немного, видимо. А, не-не-не-не, я знаю, как его надо проходить. Блин, этот кусок металлического говна помешал. Кусок железного говна реально помешал. И он опять тут появился, да? Блин. Давайте по-другому лучше попробуем пройти. Куда-нибудь сверху оттуда пострелять. А, не-не-не. Большого толку это не дало. Но, ну-ка, может лучше вот так, поровнее. И динамит. А, блин, я думал, этот блок тоже сломается. Ладно, тогда вот так. Чтобы... Блин, этот кирпич провалиться должен был. Вот так проваливается. Ладно, от него толку, честно говоря, немного. Видимо, лучше этим способом проходить. А, она тут изначально стоит. Я что-то не заметил ее изначально там. Блин, эти железные блоки просто проход весь загораживают. Как пройти-то уровень-то этот, ё-моё? О, теперь этого куска говна нету. Блин, железо не дало немного разрушить это до конца. О, вот так вот. Давай, немножко подтолкни ее. Во-во-во, давай-давай-давай. Все, наконец-то. И последний уровень. С каким-то паровозиком, непонятно. Который утащит его просто в бездну. Какую-то так называемую. Затем срубаем просто все цепи. И заканчиваем на этом серию. Невероятно короткая серия получилась сегодня, даже без финальной заставки. Давайте посмотрим, получили ли мы какие-то значки за это. Новых значков, по-моему, мы за этот эпизод не получили. Но, тем не менее, предлагаю закончить на сегодня. Такой вот короткий выпуск получился. И поэтому надеюсь, что следующий выпуск будет в ближайшее время. В следующем выпуске будет проходить эпизод Pass of the Jetty. Потому что действие этого эпизода следующего должно быть после него. Обязательно. Так что на сегодня все. С вас и господи, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, поддерживаю ВКонтакте. И всем пока.